Порядок должен быть не только в семье, но и на службе. Вот уже несколько лет данный девиз является железным правилом в деятельности старшего помощника начальника по работе с личным составом Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Мурадина Шибокова. За годы работы он проявил себя как профессионал и настоящий специалист, который так внимательно следит за порядком военнослужащих. О буднях офицера Росгвардии подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Каждый рабочий день старший помощник начальника по работе с личным составом управления Росгвардии Мурадин Ашибоков с особым вниманием занимается изучением характеристик сотрудников и следит за дисциплиной военнослужащих. Нам очень важно, чтобы сотрудники были психологически стабильными, и мы стараемся оказывать помощь тем, у кого могут быть проблемы в семьях, так как от психологического здоровья зависит качество службы в Росгвардии. В это входят вопросы дисциплины личного состава, социальная поддержка семьи личного состава, а также работа с членами семей погибших военнослужащих сотрудников. В принципе, мы делаем все для того, чтобы военнослужащие и сотрудники уже не отвлекались на какие-то проблемы семейные и все остальные, и чтобы они только занимались только своей служебной деятельностью. До работы в Росгвардии Мурадин Ашибоков был командиром взвода и заместителем командира роты по работе с личным составом. Затем был психологом-полиграфологом. Успех в службе определяет гармония и понимание в семье. Вот уже 20 лет вместе с супругой Мадиной они растят двух детей. Терпение, взаимопонимание и любовь – основа каждой семьи и особенно военнослужащего. И несмотря на то, что Мурадин часто бывает в командировках, он внимательно относится к детям, говорит хранительница очага семьи Ашибоковых. Честно сказать, женой военнослужащего, да, это сложно. Но бывает, его отправляют в разные командировки, бывает неделя, месяц, два месяца он был в Питере. Ну, конечно, тяжеловато, но привыкаешь к этому. Семьям военнослужащих я желаю терпения, женам особенно. Мы с Мурадином прожили 20 лет. Двое детей. Мы созваниваемся по видеосвязи. Он нам показывает новые города, в которых мы еще не были. Вот. Постоянно планируем туда тоже поехать вместе, уже погулять, отдохнуть. Скучаем, конечно, но уже, правда, он часто уезжает в какие-то командировки, мы тоже привыкли, да. Главное, каждый день созваниваться, узнавать, как дела. И все, если все хорошо, то у нас тоже все хорошо. Сын Ислам тоже хочет пойти по стопам отца, стать офицером и проходить службу в рядах Росгвардии. Залог успеха во многом зависит от климата в семье, отмечает Мурадин Ашибоков. Плюс еще и профессионализм в работе. Эти качества и являются примером для сослуживцев. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.